есть у нас еще одна правильная игра. Азбука хороших манер. С детства ребятишек учим хорошим манерам, чтоб потом не приходилось за них не краснеть, а только радоваться. Вот такая есть у нас азбука. Деревянные фишки. И вот такие картонные картинки. Лото обыкновенное, но не совсем обыкновенное наполнение его. Это хорошие манеры. На картинках только ситуации неправильного поведения. На стене рисуют. Здесь все неправильно. Не уступает старшим место. Плохо ест. Опять книг ревет. Мусор кидает. Шторы режет. Рвет, кричит. А в лото вот в этих вот фишках тут только одни правильные ситуации. И их нужно положить рядом с неправильными. Например, вот сюда вот. Следующее. Мальчик читает. О, сразу у меня. Мальчик ревет книжку, а должен мальчик читать. Вот так вот ставим. Следующее. Надо мусор кидать. Мусорное ведро. Вот сюда вот. Здесь картинка наоборот. Девочка сама кушает, завтракает, а не так, как мама ее кормит. С ложки, да та еще и покрикивает. Вот такое у нас лото хороших манер.